Это у нас гроза. Я под козырек забрался. Ну давай еще, еще. О, как вам? Сейчас опять загремит. Гром и молния. Этого и следовало ожидать. Сегодня был очень теплый день. И пасмурный. Ах, как запахло озоном. Ну, подожду еще разочек. И пойду уже домой чай пить. О, не зря ждал. Я знал, я знал. Очень красивое зрелище. Может, еще покажет. Крайний раз, и все, и пойду. Ох, а брусчатка такая теплая, прям аж жар идет, блин. Парит. Ладно, друзья мои, на этом я заканчиваю трансляцию прямую практически из Лазаревской. А тут вроде так нормально, красивенько. Ну, дождик идет вот на крыше и все. А вот там вот гром и молния, ну. Все, дождь усиливается. Как здорово, что я полил сегодня цветочки и деревья. Как раз вовремя. Нормально он льет сейчас. Конкретно. На этом всем пока. До новых встреч в эфире. Привет из Лазаревской. Вот вам цветочки покажу напоследок. Вот.